Снова к этим вонючим комнатам, которые у нас будут вести. Самый настоящий кошмар, чеканит у вас басы. Комнаты опять изменились. Я вот сегодня даже не просто не имею понятия, куда они нас могут привести. Первая уже так заколочена, вторая вот так. Третья пока что как-то. Ладно, все, давай, отодвигай, короче. Давай, удаляем. Удаляем, все. Нифига тут еще решетку. Сколько тут всего много добавили? Это просто жизнь какая-то. Что удаляем. Может вообще здесь быть? Я не знаю, что там может давай, быть. Давай, удаляй. Так, дверь. О, еще одна дверь. Еще одна. Подожди. Че? Подожди, что? Давай ты открывай. Четыре двери. Так, ну, в принципе, тут уже неудивительно. Очень жутко, конечно, выглядит. Да, Так, давай сразу удалим, чтобы мы потом не мучились этими вонючими дверями. Сразу удаляй все не нужно, чтобы была просто одна дверь. Давай. Так, ладно, все, это последняя была. Давай. Ну что, Дима? Давай, погнали. Я опять назад вернулся, что за фигня? Так, это мы где? Паркур, что ли? Это паркур на... Подождите, мы опять где-то вверху оказались. Обалдеть, мы где-то в космосе или что? Я не вижу ничего внизу. А, там нет. Какой-то... Это жесть, давай быстрее сюда. Ты сейчас поставил. Это что тут происходит? Это кому что такая база принадлежит? Ё-моё! Это просто жесть, сколько тут вонючих тупаков, там много. Ё, я такого-то что не ожидал. Быстрее, тут какой-то кабинет, это школа или что? Это школа трупа была. Ты опять упал? Да. Дима, ты что такое? Ну блин, нифига себе, как себя вижу. Какой-то сложный паркур. Да вообще легкий, я с первого раза пошел. Я не знаю, кому может это принадлежать база. Давайте аккуратно попаркуем еще сюда. Так, внизу. Обалдеть. Как я далеко зашел, Дима, ты просто будешь в шоке. Оп-оп. Дима, а что тут внизу? Это что? Что с Диманом, ребят, смотри, я просто провалился под карты. Нет, Дима, надо отсюда валить. Надо отсюда валить, это какая-то лава. Нет, я упал. Что за фигня? Где я вообще оказался? Ладно, Дима, это просто жесть. Все, ну нафиг, вали из этой базы, она очень жуткая. Это просто капец. Ты согласен с тобой? Если первая комната настолько жуткая, что будет в этой комнате, я просто не представляю. Так, всё, ладно, все, медлить не будем, давай, Диман, просто все удаляем и быстро заходим в эту дверь. Обалдеть, как она замаскирована-то, капец, фиг зайдешь мне. Так, стену ломаю, давайте стенку. Дверь-то, да, надеюсь? Да. Подожди, сколько тут скелетов, они тупо все заполонили. Да. Ладно, давай, как-нибудь тоже удаляй по-быстренькому. Что за фигня, почему так много? Ладно, ничего страшного, мы сзади стены будем. Так, вот, ладно, мне пользу, мне там кто-то как я зашел. Опять. Дверь. Так, ладно, дверь. Кстати, видишь, ночного видения нету. Все отлично. Так, обычно. Давай, выходи. Сколько только вещи-то? Двери. Все заколочено. С трупами. Да, что там, подожди. Это пешки труп. А ты это видишь? Что это фигня? Нифига. Это что, камера пыта какая-то? Что тут вообще происходило? Огонь. Нет, не заходи туда. Не заходи, не заходи, это жесть. Это жесть, это жесть. Что это происходит? Диман, сколько ты трупов? Здесь почему? Огонь, с каждым разом база все жестче и жестче. Здесь фиг пойми, что вообще? Обалдеть, это какие-то базы. Чувствуем, как же мне его жалко, посидел тут тупо. Скорее, Диман, вот такая голова. Почему она настолько жуткая? Это же жесть. Что может быть в третьем вообще? Я не знаю. Я не поясню. Нет, ладно, Диман, да, я согласен, надо свалить, сколько можно скорее. Все, ну нафиг, в эту базу я точно больше не зайду. Заколачиваем дверь и погнали отсюда нафиг. Ну, честно, не представляю, что может быть. Что может третий... быть? Типа, подожди, такого же не было. Ну, мы просто не могли такого не заметить. Смотри, это первая, вторая... Защита. Ладно. Можете в комментариях написать свои догадки, что в этой вонючей комнате может находиться. Я вот честно. Ладно, все, можешь зайти. Да куда ты закрываешь? Так, ладно, идем. Да. Чисто час идти, наверное. Еще одна комната. Да сколько можно? Все, мы дошли. Мы дошли, ребята. Вы вот просто посмотрите. Отойдите, Ман. Я просто подсниму, насколько это большая комната. Вот, посмотрите еще раз. Это жесть. Она просто километровая, будто. Ладно, заходим. Да, ну че, Дима, ты первый заходишь, да? Ну че, давай, погнали тогда. Раз, два, три. Где-то мы заспавнили. Это какой-то гараж. Тут коряка. Коряка, наверное, сюда ведет. Давай, получается, сносим это. Выходим. Мы оказались где-то здесь. Ладно. Что тут может находиться? Почему? Дракон. Что? Здесь дракон находится. Обалдеть, Дима, смотри. Откуда он здесь? Эй, дракон, ты что тут делаешь? Обалдеть, ладно. На дереве труп. Че, где? Посмотри. Ё-моё, откуда здесь тупак-то? Там еще мешок какой-то. И кровь идет. Она куда-то нас точно ведет. Это что, нам типа надо идти по следам? Ладно, Дима, аккуратно пошли. Я возьму факел. Диман, ты где? Диман, ты куда пошел? Эй. Диман, тут тоже, давай сюда сначала пойдем. Так, окей, давай. Я вижу базу какую-то. Неужели мы опять попали в секретные базы мобов? Нифига, это прикольно тогда. Че прикольного? Это жуткие места. Так, как я ведет сюда. Так, тут уже трупы. Это че, типа, это раньше был забор? Так. Чего? Чего, типа, ты посмотри на это? Чего?
убью! Почему их так много стало? Подожди! База мобов стали намного зверственнее. Давай вот просто посчитаем так, ну примерно, на взгляд тут, ну... 50? Трупаков, так, около 50, это просто жесть. Вы можете поставить видео на паузу и поэтому, ну, возможно, это база... Обалдеть, насколько не страшно, ладно. Погнали искать третью базу. Я надеюсь, мы ее быстренько найдем. Вообще, что тут происходит? Здесь какая-то вообще макруха была жесткая. Так. Какая-то кровь возле дракона. Ты что, не заметил, что ли? Это кто такой? Что? Это зеркало. Это А, я застрял. Она куда-то ведет туда. Что за фигня? Как я не заметил? Так, ладно, идем пока. Там опять что-то. Что это такое? Что это за база? Так, Диман, так тут дверь. Ладно, давай открываем. И. А, это кто такой? Подожди. Что? Это зеркало. Это зеркало. Что за фигня? А тут 4 двери. Нифига я испугался. Ну ладно, здесь 4 двери. О, тут стена. Что за фигня? Уже стена. И тут стена. Ладно, ее типа снести надо. Давай снизу стену. О! Здесь стена. Диман, портал, риск. Портал? Да. Ладно, медленнее будем, просто заходим. Посмотри, что здесь находится. Что это? Опыты, что они проводят? Я не знаю. Ты посмотри, что это за штуки? Это что, заходи, блядь. Фига себе. Что это за штука такая крутится? Что она делает? Они типа в другую вселенную их переносит или что? Это, наверное, управляют ими вот этими. Видишь, что с ними стало? Я не знаю. Ну им тут точно больше лет 500 точно. Конечно. Это же сколько здесь все. Да, ладно, все, давай. Отодвигай, короче. Удаляй. Все, мы видно, тут еще что-то. Тут всего много добавили. Это просто жизнь какая-то. Что мы вообще здесь? Я не знаю, что там. Так, о, еще одна дверь. Еще одна. Подожди, давай все открываем. 4 двери. Так, ну, в принципе, тут уже неудивительно. Очень жутко. Так, давай сразу удалим, чтобы они потом не мучились этими вонючими дверями. Сразу удаляй все, не нужно. Было просто одна дверь. Так, ладно, все, это пойдет. Ну что, Диман, давай, кто первый? Я, погнали. Чё? А, я опять назад вернулся, что за фигня? Так, это мы где? Это паркур на... Подождите, мы опять где-то вверху оказались. Обалдеть, мы где-то в космосе или чё? Я не вижу ничего внизу. А, там нет, какой-то листочек был. Ладно, давайте паркур аккуратно, потому что у нас жизнь. О, обалдеть, Димон! Да это жесть, давай быстрее сюда. Ты сейчас поставил. Это что тут происходит? Это кому такая база принадлежит? Ё-моё! Подожди, сколько тут вонючих тупаков? Быстрее, тут какой-то кабинет, это школа или что? Это школа трупа была. Ты опять упал? Да. А ты что такое, ну блин, нифига взял крыся, вижу. Ну это сложно паркур. Да вот легкий первый пошел. Да, вот это посмотрите, сколько это скелетов. Я не знаю, кому может принадлежать база. Давайте аккуратно по паркуру сейчас сюда. Так, внизу. Обалти, как я далеко зашел, делать это в шоке. Оп, оп, нифига себе. Это жесть, Диман. А что это за книжу? Что с Диманом, ребят, смотри, он просто провалился под карту. Не, Диман, надо отсюда валить. Надо отсюда валить. Нет, я упал. Что за фигня? Ты вообще оказался? Это просто жесть. Все, ну лазик, вали из этой базы. Она у. Я опять назад вернулся, что за фигня? Так, это мы где? Это паркур на... Подождите, мы опять где-то вверху оказались. Обалдеть, мы где-то в космосе или что? Я не вижу ничего внизу, а там...